такие, ну, типа, мне тяжело привыкать, я уже не в том возрасте. Согласен. Нет, да, кстати, есть такое. Я тоже такую хуйню замечал. Короче, полечу сам, блядь. Ладно, в АУЕ это чарка имба. Походу, я не знаю, но походу много должно давать. Блядь, у меня жопа, знаете, из чего горит? Вот этих ставят плакальщиц, сильваны. Жесткая хуйня, блядь, поет в этих седых холмах, блядь. Какой-то дурачок ставит по КД, блядь. Андрей, я ее купил, что ли? Скатулочку. А, я пока ходила тут, вкашила, что придумала. Можем сходить после Грульмаги Гер ЦЛК десятку ХМ. Ебать. А кто пойдет? Этот. Знаю, кто-нибудь. Я бы сходил. Я не против, но я точно знаю, что там жестковато будет, блядь. И я пойду. Ты это кто? Я бы сходила просто пойду боком за трубой. Просто пойду, говорит, блядь. Локом за трубой, да? Ну, я тогда пойду, я бы пошел за ДСами. Да не, типа на одного босса я могу локом, все остальное время ДЦ могу. Что-то я не понял, у меня звездопад забагался, и я его два раза юзанул. Я знаю, это кто-то спустился вниз, когда запускают мобов за решеткой босса, и они отагриваются обратно, босс исчезает, то все КД... То все КД... Арбузеры, ДПС. Все КД в инсте у всех обновляются на все, то есть можно так по КД делать. Бля, я думаю, что за хуйня, я ебанулся или что, блядь? Вот это забудем на жесткую хуйню какую-то. Быстрее восстанавливается, что за хуйня? Один чувак какой-то стоит, мобов тут агрит снизу, а другие хуярят, так как это инвизно на дорогу можно. То есть это интересный абус, надо запомнить. Да. Но это даже не абус, это фича больше. Фича Сирус. Да. А за фичу не понятно. Так трэш можно просто почистить быстрее. По-любому, ну да, для этого ты думаешь. А кто у нас офнулся? Где фонарь? Фонарь. Не, придумано не для этого. Вот, для того, чтобы когда вы босса добивали, это просто ускоряет прохождение. Короче, пишет, скажи, что у меня инет умер. Не вижу, блядь. Честно, покинул гильдию. Нахуй, ебать. Ну почему так? Ковер пишет, ну вот, теперь ковер очнулся. Попросила зайти на ЦЛКХ, он пишет, я скоро буду. Ой, ты пати раскидывал как надо, там я что-то хуй знаю. Ну ладно, допустим, кто танки? Чё, танчика, реслин? Сука, и я, что ли? Вот, блядь, тут вот нет слов просто, блядь. Сильно потанчить хочешь? Похвально. Блядь, пиздец, нахуй. Я только что затанчил ДКшником Грульмаги Гер, блядь. Похуй. Мне-то не привыкать, да, Юля? Ты годами танчил, блядь. Про товаром. Я прослушала просто, я на Юлю только откликнулась. Да танчить заставляют, заебали. Надо ли у нас какой танк? У нас слот свободный. Какие ачивки, нахуй? Вы чё, ебанулись? Фонарь отвалился. Забудь про слово ачивки, блять, на этом сервере. Я понимаю, что там, конечно, видос был со стариканами, где говорит, только ачивки, только хардкор. Не, я не по такой хуйне. Я натурал. Кто там на замене был? Кто там в рейд хочет? Кого-то надо позвать. Холич, но у него Холич. Танка нет. Так а нахуй танк? Я танк. А, ну тогда Холич, давай. Как вы там гильду добрали? Ой, что-то хуй знает. Ну не знаю, выйдет. Да, эту я могу. Угу. Так, где ты там? В основном все покидают гильдию. Я в рейде. А, в рейде? Все, перекинул. Ты крас вон. Блять, форма, блять. Короче, Тунчик начинаешь первый. Реслин второй на боссе, Чью третий. Я, короче, на трэше буду, я ебал этого босса. Все, фулл баф даем. Что там? Сожрите. Возьмите, можете взять две фласки, только две. Так, я на ХП выйду. Ебать, Андрей, там был Кирюша, пивного брата кикнул. Кого кикнул? Пивного брата.
Жрите рыбу. Где рыба, блядь, не вижу нихуя. Я поставила, рыбу поставила. И чат сразу. А, вот. Дайте фласку. Нашусь, как угорел. Сейчас достану. А может, Акума раздаст? Блядь, только... Давай, давай, хотел. Давай, я рыбу достала. Пиздец. Блядь, не кидайте этот чек, дайте, я возьму банк сейчас. Короче, кто готов, заходите внутрь. А, блядь, масло, надо же метки нахуй поставить, ебанись нахуй. Давайте, я сюда пайки дайте. Сейчас быстренько метки поставлю. Держи. А можно фласочку на хп? Да, на хп тоже можно, да, сейчас подожди, я на секунду. Да ёп. Так, на кубах. Кидайте. Кто хочет на кубы, чтобы я вас сам не назначал? 5 плюсов дайте, накидаю на вас метки. Дайте все, на хп тоже. Ой. Так, а почему? Я там кидаю. Чё ты не сказал? Будь здоров. Будь здоров. Ага, спасибо. Китай, Гацара. Ещё... На хп дать, или чё? Ещё 3 плюса на кубы. Топ ДПС на кубы. Нормально. Так это не топ ДПС. А не, ну Локи я имею в виду. Так, бланк. Банный в рот, блядь. Ещё 2 плюса. Бланк, ещё 2 тела. Хант или ШП, или маг, кто-то. Давайте, плюсаните. А то я, блядь, кину вас метку, слушайте. Ты заебал, назначай сам просто. Это должен быть РДДшник с максимальным, с максимальной мобильностью, то есть с порталом, с блинком. Так, это подрывом. Получается Ундера, да? Я понял. Да, 100%. Короче, давай, Ундер Туч и Стимс. Да, я не знаю, как вы дамажите, так что... Ну, поменьше, чем Холич и этот, Владыка тоже, наверное. Ну, ладно, похуй. Че, я поставил на вас 3D метки? Это ужасом, да? Страшно звучит, поэтому дает больше. Проверка. Не, подожди, Вось, давай еще раз танчик. Че еще раз? Сейчас, подожди, я еще банки раздаю, блядь. А. Тогда твины нахуй. Короче, смотрите, сейчас я с босса сразу разъебешу эту хуйню, сразу печеньки, сразу шмот, чтобы это, блядь, не тянулась эта хуйня. Колют тут? Блять, без хапала, конечно, хуёво. Адель, нам еще ночью на дело идти, не забудь. Какое дело, темное? Да. Блять, какое дело? Десятка? Че за дело? Мы тигра хотим сделать ночью. Да слушай, не говори, что я уже сказала, я баба, я должна пиздеть. Хорош. Акума, че там, готов? Да, подожди, я масло возьму. Так, танки, если не забыли, там Тунчик первый, Реслин второй и Чьё третий. А так глиф не сменил, ладно, похуй. Погнали? Похуй, всё, пуляем. Просто пуляем. Блять, чувава, как я хочу эту хуйню, которая три увечья дает. Так она уж тебе ж выпала, нет? Там на кота выпало, полоснуть что-то там, блять. Снижает затраты энергии на полоснуть и на увечья. В кошке. Там не на увечье, там сбрасывает эту КДшку и увеличивает урон. Я не помню, короче. Да, там на три цели, там на три цели вешает увечье. Мы, короче, про две чарки говорим. А ты подумал, что мы одну чарку назвали другой чаркой? Не-не-не-не, там ты сказал три увечья, понятно. Три увечья, я ее хочу, а выпала мне другая. Не-не-не-не, я про то, который... Бля, вот как он заебет, а? Ебать. Не-не-не, главное. Кратос на АП орать будешь? Будет. Один пал, да. Кричите на АП. Кричи на АП. Да, ультра полезность. Вообще? В одно ГКД залетает. Да, пиздец. Я прям не понимаю. Ну, я хочу и мечтаю. Этот, я знаете, еще думаю, ГМХМ так-то можно и второй рейд пронести, если, конечно, будут твинки. Ну, типа, я не против сходить. Куда столько ГМХМ? Лучше в ТТГ сходили. Нет, я тоже пошли не против добьем. ТТГ. Пошли ТТГ. Добьем, пожалуйста. У меня, короче, пал без КД в ТТГ, и вроде как собака не убита на друиде. Ну, я не знаю, у меня три чара, получается, с КД вот этот прист и еще лог паладин. Я бы даже паладином сходила, так и быть.
типа, я пойду, но, блядь, собирать, искать людей, пугов, я точно не буду. Ну, я не любитель этой хуйни. Вот гильдрейд. Тут на самом деле много кто был в том рейде, много кто без КД. Ну, там Адель, да. Подожди, Адель не знает, как танчить, он тут не сейчас танчит. Смотри, Арислин будет второй забирать, посмотришь. Там каст удара очень быстрый, сокрушающий. Он, короче, одну секунду идет. Вот, блять, кринж сорвал. Давай я тебя сразу резну, нахуй. Че у вас с агронабором, Тунчик? Сейчас чего у тебя сорвет? Так не буду, я тебе уже фокус взяла, API кидать. Давай. Ты встань, блядь, этот, кринж нахуй. Алло. Забафьте. На тебе иннер, блядь. Разве Геро не сразу дает? Давайте, похуй. Может, за один портал успеем. Только API дала, хорош. API это что, блядь, придание сил? Угу. Я не знаю, ПСК раньше всегда называли. О, Адель сдох. Ну это Тунчик проебался, блядь. Так, Акума резнул. Вставай. Сразу Барбарос СС на чью кинь. Тунчик, забирай во время каста. У меня глобал. Даю. Сейчас скоро будет каст, дал лапу. Чью забафать каску лапу с табав. Вот, пошли эти какой скелеты. Ондра, грипнешь первого. Все, отпускайте. А на кого СС бросит? Чье? Чью? Вторую пати ДК. Все, бейте того, все забудьте про этот, как он называется. Про босса бейте только трэш. Скелет в приоритете. Там, идите милики под боссом того бейте и эфиряйте его. А хапала-то нету, эфирять-то некому, нахуй. Ну, я хуй знаю. Ну, туда респин только. Дай, короче... А и так можно поворачиваться. Короче, бейте. Я ему там стан въебал, сейчас пройдет, наверное. Да, присты пиздец ебашит, конечно, но жестко. Это я с трэша не обнулял. Это так еще... еще подожди, еще нерфа завтра? Не было. Какого нерфа? Ой, ап? Нерфа. Апа не было, да. Там ап был, да. Демоны. Сразу подожди. Нажимайте. Нажимайте. Еще один. О, все. Сразу демонов хуярим. Все на пулы на войда. Жопой поверни к демонам с этого босса немножко, чтобы милики кливали одновременно и ту хуйню. Проклятие диспелим. Ты кинь по мне иннер, пожалуйста. Я тебе... где умирать. Проклятие к вам диспольте и избивайте косты вот этим троим демонам. Ну, зауешьте. У кого там, сука, тарелки, блять, гремят? А причем пиздец как громко гремят, я просто не лохой. Короче, фул ДПС по боссу, портал исчезнет. К решетке уже потихоньку, веди босса. Похуй, какой там будет каст, портал исчезнет. Ну, когда лужа появится, портал исчезнет. Точнее, мобы не будет выходить. Хуярим. Кубы. Хуярим. Нажимаем кубы. Последний раз. И фул ДПС по боссу. Ну, okay. Нажимайте, не блядь. Нажали. Не отпускайте только. Сказал вам, нет? Там. Не так. Нажали. Или хуй знает. Все, бежим. Если бы мы не нажали. Был бы вайп уже. Все, бежим. Вот эту хуйню бьем. Больше не выйдут, они уже исчезли. Короче, ауешим эту хуйню сначала. Фул ауе дайте, потом уже.
я у тебя... Там есть? Агра там. Арислин, давай стан. Думаете? О, Арислина убила. Все, добиваем. Видите, кто-то из пристав стамина? Скулапа пристава. Клапку дал. Так, кому-то мы за синер... Люльки, да? Заливаем. Угу. Можно, по идее, если хотите, сходить за плащами. Пока сходи, да, я сходил. Если ГМХМ второй натужно, ну, типа плащи можно быстренько сходить. Там тоже 40 минут. Полчаса, минут 40. Я бы все равно попробовал ТТГ. Хотите ТТГ? Да не то, что хотите, не хотите, типа, проебывать одного босса, с которого могут кому-то хорошие чарки упасть. Я не спорю, да, да, типа, я согласен. Ну, просто я про то говорю, что я в этом ТТГ нихуя не понимаю, я про то говорю, что собирать людей, звать там... Если что, он типа шарит. Да, то есть, ну, вы занимаетесь... Просто суть в том, наверное, то, что это, если у нас будут свои чисто, кто с гильды, тогда можно, а если нет, угоп учить, типа, ну это... Mm-hmm. Ну да, да. Да, да. Согласен. Как бы я бы тоже потраил бы, пошел бы там, но если не получится, не получится. Ну, вы с пугами траить это бред. Там первый босс пугами убивался, не с первого трая, о чем тут говорить. Чего так долго бьешь, я в ахуе. Сейчас мана кончится, блядь. Ебани ТТМ-ка, лют. Что-то, блядь... Да я дал уже, имер. Бля, ебучий лифт, надо его снять, нахуй. Это от рейтинга скорости, который увеличивает этот между да, тактами. Пиздец, типа. Я на 5 человек меньше фотаю, но они пиздец летят быстро. Но типа мне не особо нравится. У 25-ки вообще пиздец. У меня мана просто заканчивается очень быстро. Угу. Приходится очень сильно экономить. А то ШП так будет. Приходится очень сильно потеть, типа, потому что 10 таргетов, 12 секунд. Оно очень быстро пропадает. Короче, сразу эту хуйню сейчас разролим. Начну с печеньки. Сейчас нажму отмену. Точка хорошая. Биксовый еще точ не считается ОКХМ. Печенька и пэшем. Тут видишь, даже не у всех еще печеньки. Посмотри, сколько народу ролит. Угу, для этого и Яичка. Ходим. Батю по-любому одну заберет. Мешочек куда? А, мешок. Нахуй? Мешок тоже по ИП, давай. Все, спиздили нахуй. Не знаю, нихуя. Этот. Это что, 9к что ли поставили? Да. Я у вас такой сумку, что? Чье? Ну я обычно кидаю эту сумку, на кого бог пошлет, типа в. Ну, нихуя, давай разруливай. У кого нету ее? Это азарт. Все. Дело не в яшме, сердоля. Спиздили. Там яшма будет. Охуй, там давай. Мусор какой-то не нужен будет, давай расходим. Короче, да-да, сейчас. 9к, батя, сейчас, секунду. Я сам отниму. 9к. Я могу отнять роль дальше. Давай, похуй, отнимай тогда. Дальше, вот это кольчуга надо кому-то. Это мусор вроде как. Распыл акума, говоришь? Да, выкидывай. Нет, рядом тоже есть, что есть. Давай, давай. Через нас. Полети, полети. Кристаллы очень нужны в ГБ. Очень. Пояс вот этот. Я в ГБ в свой закинул. Я не тебе говорю, Эдик, вообще говорю. Типа, если остаются какие-то шмотки, кидайте, типа, на распыл кому-то из гильдии, чтобы кристаллы были на масло. Но просто не отдавайте их никому, кроме тех, кто может вложить. А вложить можно ну потом да. С тобой идёт. Ну да, ну да. Вот и все. Так, эта хуйня не надо никому, значит опять. Давай, Люлька, ты распил. Мешок давай, я не забыла, блядь. Игрок не найден. Игрок не найден, значит. Что ты мне хочешь сунуть?
Да, да мы разруливаем мешочек, блядь. Все, мешочек потерялся. Мешочек потерялся. Хуй знает, выпал. Щит последний надо кому-то, нет? Я придумал с мешком. Я придумал с мешком интересную идею. Нахуй я на ДК пошел, щит упал. Ну да. У тебя что, хуже щит на шамане? Да ну нах. Саунджа. А ты. Саунджа, ты улетел. Понял. Уже, да? Тебе пришел щит, Саунджа? Да, пришел. Все, десятка. Смотрите, с мешочком какую я идею придумал. Первые пять пишите, что должно упасть из мешочка. Если первые пять человек угадают, если первые пять человек угадают, тому отдаю. Хоть один, хоть два, просто название камня. Че, дауны, блядь? Смотри, сердоль. Что за хуйня, блядь? Два зефирита. Сердоль, яшма, сердоль и алицит. Вот, всего три камня. Я гессонит написала. Открываю. Она написала гессонит. Два сердоля. Два сердоля. Ну смотри, допустим, написала сердоль, владыка. Подожди. Нет. Саунджа и Кратос. Саунджа. Не, я говорю. Саунджа первый сердоль написал. Да, он первый написал. Ну, короче, это самое. Я не говорил, не обязательно писать сколько, типа. Я говорю, ну, типа, кто это самое. Я просто думаю, как отдать одному сердоль и второму сердоль, так как их два выпало. Ну, да, он в том же играет. Можно распределить типа. Так, если ты уже хуй. Опять как голды, давай. Да придумал, нахуй. Давай, Саунджи и Кратос тогда вам по сердолю. Все, суммоните, короче. Пиздец. Я вчера сердоль почти за 3к купила. Ой, лол. Юля, если тебе сердоль нужен, я тебе вот так дам. Да нет. Это же азарт, это рулетка, типа, тоже ТТГ, вот мы сегодня с Дарьем рассуждали. Знает, что я у тебя попрошу взамен, это тоже. Нет. Типа, рулетка на X2, интересно. ТТГ, чарки, интересно. Ну, типа, вот это и подстёгивает. А тут ставки. Ох, ебать, что-то ШП задамажили, нахуй. А прикинь, что завтра будет? Мне кажется, на королях сейчас еще жестче они дадут. Бля, я удалил. Завтра Холич в дупеле она жрется, если их хорошо апнут. А с чего вы взяли, что завтра? Как написали. Написали там. Да? Завтра. Я спал все это время, ничего не видел. Угу. Завтра фурики начнут дамажить. Меня больше радует, ДК не начнут дамажить. Короче, опять апнут всех, и опять лемы будут в конце, совы в конце, и как обычно, фурики будут дамажить. А локов демона? Что там вот, с локами будет? Дамажить тоже. Все будут дамажить. Демонов не трогали, тронули афликов, дестриков. Демоны и так дамажат. Громкие, да? Типа. Так еще плюс я в АДК, уж имейте в виду. Принимайте. Еще чарка есть, у Холича еще плюс чарка есть. Ну, конечно, немного. Но он нормально будет дамажить. Сейчас три тела осталось. Сумеречное пламя это чарка, да? С ТГ. Батя. Андертуч. Андертуч тебе пришел? Это триггер или что это? Да, пришел, сейчас квест дам. Угу. Холич. Ебать, Резинчик не умирает. Я не слышу, из-за слишком все часто говорят. Да Ондра, нахуй, он когда говорит... Вот это сумеречное пламя, это триггер чарка? Да. Понял. А у тебя чарка одна или две уже на ШП? Одна. А если вторая будет там пиздец, вообще будет 30к, наверное, ДПС. Да, я чувствую. Мы пойдем на собаку сегодня? Ебать, добивать. Как вы заебетесь с этой... Я вам ничего не скажу, да, типа это... Пойду, а чё ты? Ну, типа, это очень долго. Почилишь часик? Нет, ну, своими, если... я говорю, если ну, своими пойти, кто там... Была бы уверенность, Бенц, что вот мы пришли и убили, типа... Я честно не верю, типа... По времени мне... Я бы куда десятку лучше пошел за кого-нибудь. Я бы лучше, да, какой-нибудь десятку лучше пошел. Я за то, что 25-ка. Во-первых, да, там может чарка кого-то апнуть, выпасть. Я пойду туда, но, блядь, собирать релитию я не умею, нахуй. Я не могу, не буду, блядь. Это все Адель, Юля. Вот, а от себя, если вдруг... Посмотреть, сколько людей. Да, посмотреть, сколько... Сколько людей. Если нас где-то человек 20, то можно идти. Там не надо больше. Ну да, хотя бы 20. Если нас не будет хватать, и мы хотите добирать пугов, то я сразу говорю нет. Да, пугей, ну и нахуй. Или вариант... Если наберем 20 человек, пойдем? Да. Нет?
отбиваться нормально. Или если нихуя не получится, то ну как бы и ВК предлагают. То есть... Ну нормальных 20 человек, я там каких-то полупокеров, ну, ну, можно... 230-е не считаются на пинках. Вот ты прикинь, вторая чарка выпадет кому-то. На шипы. Ну да, там типа последнего самый сочный шмот падает. В этом весь прикол, да. Там и ДПС просто нужен, там есть, ну, ограничение по времени из-за этого дебафа, который стакается. И нет ограничений, поэтому... Там можно его в десятером убить. Лужу будет потом шотать просто чем. Он Адель говорил, там десятером можно убивали там. Короче, чью... Есть рыба? Ты держишь череп Лока. Получается, Арислин, держишь короля и Кеглера, двоих. Тунчик держишь луну и сбиваешь ей каст. Так, он же твой Сердоль второй. Блять, я не ожидал, что туда Сердоли выпадут. Думал, Яшма, блять. А я буду держать крестик. Вот. Звоните, пожалуйста, еще раз, Андертача. Тыкните. Я просто ренегат долго бежал. Ну, с этой сцернистой. Друиды и маг, бафните, пожалуйста. Короче, у нас хэпала нет, так что смотрите, будет пробивать больше всего Арислина. Наверное, Войда маг будет пробивать, хуй знает. Все, сейчас через полминуты прямо добежал почти. Да, 4 танка. Че, ты хочешь в 5? Не надо. Вообще даже в теории в 3 можно ебашить. Был бы хэпал, конечно. Не надо дамаж. У нас есть хп-шка. Он захилит всех. Тебе куда его отвезти? Кого? Слепоглаза. Слепоглаза? Вот где он стоит, там и держи. Угу. Короля он примерно вон туда отведет, где Реслин стоит. Маг, где крош, где стоит, там и будет. А черепок в дымок примерно вот этот. Чё знает, я думаю. Кого дурачок танчит? Он прослушался. Дурачок, ты танчишь черепок. Вот сюда вот в дымок отводишь. Так, меня если что будет полиморф кидать, будь в курсе. Ладно, этот самый тунчик, который держишь слепоглаза, и я на кроши. Смотрим, если от Арислина побежит Кеглер или Король, надо будет стаунтить, чтобы рейд не шотнулся. Mm-hmm. Все, все готовы, танки на счет 3. Никто не бьет с пула, только когда откроется уже и когда на пуле будете бить. На счет 3. Ставьте метку. Так, вон рыба. Да вы заебете, нахуя вам метка? Какую ставили метку? Рыбу. Для кого метку? Куда метку? Для РДД, чтоб стояли. Для РДД, чтоб стояли. Вот, стойте здесь. На счет 3 пуляем. 1, 2, 3. Так, открылся лог. Смотрите, там агро, чтоб... Да диспельте все, пожалуйста, кто может. Диспельте 2 эрдру, колют, кринж, диспель. Диспель хуёвый вообще, диспельте быстрее. Сейчас второй стак повешается. Во. Да не, нормально, успели. Нормально. Так, этот тунчик ты знаешь, да? Молитву исцеления, собьёшь длинный кастом. Проклятие там повешали на этого пидора. Косноязычие. Духов. Арислина кто-то подхиливает, и там поближе с ним или Мася, или Акума кто-то встанет. Там диспелы просто, типа у нас три щела диспелят. Это хуёво. Кринс вроде тоже диспелил. Я тоже диспелю. Луну нет, бьем. Нет, я к тому, что из 5 хилов 2 диспелят, как бы. Диспелят, это проклятие. Ну, друиды там через раз, там, кринж диспелят. Похейте меня, я побью. По бафу. Кого, слепоглазый, ты хочешь побить? Ну, я уже бью. Он почти не бьет меня, кстати. Ну, я, кстати, всех петов засейвил, ебать, как он такой, но... Подсейвите моего, у него мрачас, мрачас! Спасибо. Засейвил, брат.
Чуть-чуть он дох, непонятно. Так, Тунчик, там зеленку отдавай периодически. Под эту. Он на тебе стакает увеличение вот этой хуйни. Вот, сбивайте каст. Сбивай, Тунчик. А чё, тактика поменялась? Меликом можно всех бить? Лок, все добивать там. 10%. Калют, есть тотем? Не спала. Ну, короче, гимн от него не дождешься. Войт. Чего? Можно всех бить, да, меликом? Нет. Ну, мага смысла нет бить. Ну, а да. Король? А, вроде нормально. Король там скипящий. Просто я вижу, что лок... Я просто дернулся, я охуел. Вижу, что лок не ваншотит, так значит можно. А, лока, лока, да. Лока и Кеглера. Лока, да, все время били, а вот... Лока и Кеглера могут милики бить, от Кеглера просто отбегать надо. Я тут знаешь, что думаю, этот... Чё, раз ты освободил... А, ты короля, блядь, забрал, ясно. А ну, отойди, давай. Можешь попробовать отойти на него на максимально раньше? А с кем? С ну, королем он... или с крестом? Да, с королем, но чтоб он... С крестом, да. Просто на максимальный фрейм. Бентли, закинь по мне имя. Ты его двигаешь. Сейчас, подожди. Сейчас я потихоньку пошагаю. Ну, блядь, вроде максимально всё, вот оно. Не двигайся, все, не двигайся. И чё, на максимальном достаешь? Там был небольшой пять, шарик. Наверное, умрёт. Это плохо. Да. Нормально бьется, да? Да ка, блять, ну, там. Видишь, стою, бью. Так там физуха снижена, блять. Кто-то близко стоит, сейчас кто-то сдохнет там. Он Кратос уже сдох. Ворвался, да. А, ну понятно. Ну я на тютельку ступишь, я думаю, понимаешь. Он я гулю, видишь, поставил гулю, гуля сдохла. Этот Тунчик, давай незыбку. Ну ты понял, короче, да? Угу. Там можно бить, ну. Так, блять, один хуй там на 80% снижен дамаг, блять. Какой смысл? Где? Так ты посмотри, дебаф на нем доспех какой-то или что там. На 99. Нет, не этот, а когда он открывается. Доспех диспелится. На 80% снижен. На 80, там не диспелится этот доспех, который 80%. Да. Так а что. Ну хуйня, убьем. Никто не активировал. Ну, пока никто не активирован. Они багаются уже. Было такое. Наверное, мертвый олм активировался. Да, такого не должно быть, блядь. Не, ну, наверное, как бы стоять неправильно. Поставь куда-нибудь в другую, просто в другую точку звездочку, это короля. Короля именно. Потому что он на кого-то не видит почему-то. Куда-то в другое место не может. Да, это да, ты каст не сбил, этот самый. Тунчик. Мис. Да, мину дайте. Мис у него, у Тунчика. Сонжа, выбери луну, страхуй каст с молитвой исцеления, там мисс была. Вот крош. Добивайте, уже добьете. По крестику. Ладно, я не буду подходить, типа просто утопаю. Вот закинь Иннер. Иннер, блядь, да я сдохну. Ну давай, похуй. Котя, говорю. А, Котя? Там у вас, вон, 6 престов, блядь, читануть. Ну я смотрю за маной хилов, типа, только я проседаю. Тамок умею 30%. Ебать. Чисто ебать, я ОПшку накидывать, чтобы анху этих шипешников апать. Так, сейчас я кому-то с вас закину. Кому закинь? Люлька, давайте я закину. Надо еще два гуся убивать. Кегля. Он ваншотает. Доверка связи. Да не должен он ваншот. Там дамага дохуя. Ну еще что-то у меня щиток еще. Вот товар с первой пати. 21 000. За малым. Там как на Зулджине, вот смотри, блять. Блять, такие лаги пизда нахуй. Оббегаешь, вот ты оббежал, подошел, бьешь. Вот хуяк отбежал. Блять, ну я на коте сейчас я в мишке покажу, блять. 23 000. А, вихрь. Да, вот мы на Зулджине не отбегаем. Да. Там не пробивает.
Мне кажется, если меня просто прохилят на фул между костами, то меня так не может убить, он по 23 тысячи будет. Там на Зул'джине бывает, что топор кинется, и тогда уже хуй кто спасет. Да, 24 почти. У меня 34. Здесь кажется. Вот, видишь. Там только кастер может убить. Ну да, так-то. Ну по сути, нахуя дамаг ловить, чем... Да, закиньте маны кто-нибудь это, ну... Покушать хочет. Давай этот Steam's гимна ману читай. Опять. Вот сейчас вам лестница. В хорошем гире можно и словить дамаг. Можно больше надамажить. Хилы прохилят же сильно. Там у кого-то иннер еще есть, наверное. Сейчас хуйня, остался этот гусь его зергануть. Так что... Я понимаю, нет, я согласен, что ТГ приоритет большой. Вот. Поэтому пробуйте с ТГ собраться, я пойду. По КД так по КД, с нуля так с нуля, похуй. Есть еще, у нас еще завтра есть вторник, Кирилла не будет, там можно и ВК сгонять. Можно и десятку еще, кстати, сгонять. Хотя не знаю, завтра, блять. Можно завтра десятку. Меня не убьет, если я вот здесь стоять буду, типа. Ну тебя ничем не должен убить. Не может. Нет, там же очень мало урона. Только ты хилишься по базам. Я скидывать все там, блин, раз. Ну тебя он, тебе нечем, он тебя не может никак убить. Окей, окей. Этот никак. Вот этот Киглер может. Думаю, понятно. Скажите мне, Амасия и Акума, вы в Т9 или в Т4 оба? В 4-Т4? Ну-ка сейчас посмотрю. Я в Т4-Т4. И прямо Т9 охуенно, да? Отличается. Амасия, смотрю, в Т10. Т10, да. Ну так, нету, наверное. Там регортнули, но там ничего такого прям жесткого нет. Жесткого нет, жесткого но, нету, да? Но нет. Т4 лучше, чем Т9, да? Т9, блядь. Т9? Нет, вообще, на самом деле, на мой взгляд, Т9 тоже охуенный, на самом деле. А что там за бонус? И он в каком-то смысле даже лучше Т10, если честно. Ну да. Там фишка Т9 в том, что в нем твои ходки, типа, конкретно обложение, имеет критический эффект. Угу. То есть оно может критовать. Как это с дотками на ДК? Да, такой же, но это ситуативный сет, типа, на самом деле он не хуже, да, Т10. Да, прикольный сет, кстати. Он не хуже Т10, оба. Но Т4, не знаю, типа, с хорошими статами он, наверное, пожирнее будет. Кратос, блядь, короче, ковер на разных боссах хилит в разных сетах. Ну, это да, Юль, типа, можно, я просто не люблю париться, да, не знаю. Раз мы ЕП даем за рейд, то и минус можно начислять, да? Да, блядь, нахуя. Что, я раз умер, блядь, 100 ЕП должен получить минус. Запугать, ну, мы же это, не душнилы, блядь. Два раза за бой ты ехать от одной хуйни. От одной и той же причем, кстати. Давай выговор ему сделаем. Кратос, ты тут? А почему? Ну, типа, если он третий губы. Раз умрет сейчас, то он, типа, не получит минус. Зачем вы бэрдаете? Да пускай, попробуем. Калют пишет, выебите его, блядь. Дебей. Он опять от огненной бомбы умер, нахуй, не бомба, глыба. Ты мне объясни, почему глыба не в меня хуйнула? Она может, не в тебя, она в танка первого. Летит, и те, кто... Второго, и... То есть. Подождите танка, секунду. И в тех, кто близко к нему стоит. Кто спрашивал про места? Кто это говорит? Ваку, маг. Сейчас могу зайти. Ну, пока фул. Мы груль магик доносим хэ. Ну, если что, напишите, я буду пока отдыхать. О. Ты не знаешь, как способность работает, Пека? У него... Мне кажется, после двух смертей он начал подозревать. Сейчас заимпэшим сразу. Который таргет он кастует, и от него еще ренжа там, ну я не помню, там где-то метров 8-10. Короче, как в Карри Гер, нахуй, знаешь, на тени Арана, блядь. Шар, такой круг под ногами игрока, блядь. Вот и вся история. Чё, давайте это... Ты два раза от этой хуйни умираешь, ты кринж нахуй. Печеньку ебашите. Да, дайте пацаны нахуй печень, вы заебёте, мне пес только нету нахуй. 6к, 7к. Пиздец.
Ты уже все отдал, чтобы последнее печенье блю золото. Калют 7.1. Барбарос 7.2. Калют 7.3. Там, по-моему, нельзя после 7-ка ставить. Я хочу босса спулить. Все на диван. 7.4 Барбарос. Все, чтобы кнопки откатились. 7.5. А, ну, трэш будем еще бить. Давайте уже, блядь, ставьте. Нормально. 7.7, блядь. Там уже и босс начался в пизде. Нормально. Главное, добежали, чтоб. 8-ка калют. Че, все, Барбарос? Следующую, я думаю, заберешь, да? Калют, короче, отдаю. 8К. Я хуею, а почему меня пиздят, блядь, эти пидоры? Я ну, потому что ты на сте, блядь. Пиздец. Ты идите только тут. Пришли меня, захуярили, я лут спокойно смотрел там. Спокойно, да. Подумаешь, пока мы пробегать пытаемся, ты лут там стоишь, смотришь. Ну, мы в прошлый раз их не агрили, давайте и сейчас не агрить. Ну так, я вообще с ней не понимал с самого начала, зачем вы их чистите. Там же руки не появляются, они вот в этом кругу появляются. На всякий случай, типа, может, по-любому кто-то спулит. А если представить... Ну, я понимаю, с какой целью это было сделано. Просто неужели, блядь... Нахуй. С того, что выпало тут ничего, никому не надо, эта хуйня. Сейчас а что там еще? Демонов своих бесов вот этих убирать не забывайте. Давай, распыльчик сюда весь. Что там? Подожди, я пустил. Палица нужна. Так, чью закидываю? Бутылку эту, в смысле, дробяшку. Ну и шапка, я думаю. Ой, 10 лок ставит. Ты не распылил еще? Блядь, щи. Ребята. Ты не скинул ничего? Я забыл кровь сдать, надо лететь. А кому я скинул поезд? Я ему отдам. Я хпшки скинул вместо тебя. Хпшка. Кто-то квест полутал, кто-то кому-то тоже нужен был квест. Его надо сдать, пойти и новый. Да. Вы забыли квест взять, блядь? Не, я квест взял. Я новый взять. Надо пойти. А, красавчики, блядь. Сколько туда бежать будешь? Это ж в гаражане. Недолго. А там на Форбсе портал в Каменор есть, там 2 минуты бежать. Везет. Все, суманите. Мажоры. Не, мне с пиратской надо бежать, я ренегат. Сейчас, пару минут, извините. Да ничего, блядь, пару минут нормально. Суманите там. Так, какой там лук ставил? Обчи, да? Ты 4-2 за жетоны добавили после того, как убили ЦЛК ХМ. Если не ошибаюсь, через пару недель. А 500 жетонов стоит, вот, наверное, на старте. Появится? Да, 500 жетонов. Тогда добавится. Ну, очень странно, что уже Atlas Loot пишет, сколько они стоят. У меня, вот, допустим... Это из-за их лагеря. Ну, возможно, да. У тебя в Atlas Loot есть Джайна? Да. Вау. Сейчас я открою, чтобы точно убедиться. Тоже надо поделать квесты эти, блядь. Сейчас, иконку не могу вытащить, секундочку. Так, да, кто босса будет? Тунчик, ты танчил эту парашу? Ну да. Так, ну, под ебалом теперь надо, чтобы стояли ровные щелики. Вот только ужасы накрут. Я знаю, новый какой-то у меня. Да, Джайна есть у меня. О, скинешь мне потом, то у меня старый. Еще тоже. 20, версия 28.12.21. Atlas Loot, Сирус, Буднюша. Ну, у меня старый, у меня там нет Джайны, но есть ЗС, ХМ-ка, есть ЗС. Слушайте, у меня все есть, типа. У меня такой... Кроме ТТГ. У меня такой вопрос. Кого подъебало ставить, блядь, вместо хантов? Или ханты нормально поставили? Посмотри, там буду стоять я, и может быть Пет. Бить не смогут вообще. Ну да. Там же раньше... Ну, от этого... Надо ставить баллонов. Баллоны и так стоят. Кого еще ставить? Присты будут стоять там? ШП может удержать, да. Я вот что-то переживаю за ШПшника. Не, ну допустим, 20%. Под щитком. Ну, ну давай. Лока все хуй знают. Давай. Кто вот Холич и кто еще из трех пристов уверен в себе? Они все тряпочные, по-моему.
Ну, дестрика можно. У них облик, типа 15% урона задают. Да, 15% шупешников нормально. Угу. Блять, до вас хуй дождю. Зандертач под ебалом, короче. Вот, получается, первая, вторая пати. Получается, у вас нету танка, кто закрывает 100%. То есть, третья пати и четвертая пати, вы закрываете руки, все три. Вот, там и делите и под боссом, и слева, и справа, и сзади, блядь. Локи там порталы ставьте. Я спекнусь. Я спекнусь. Я попрошу меня сомнуть, ребята. Я бегу еще, ну сори. Что я могу сделать? Бежать, блядь. Главное, сейчас демона в рейде нету, блядь, а то я с пугами вайпался 6 раз. Ах. Ну, демон есть, пурпуровоз. Вот спекайся обратно в какую-нибудь другую хуйню. Не надо демона здесь. Он спекнулся уже, он в этом. Да, в дестрике уже. У нас ты... есть апчи. Демон, да, апчи чё? Надо, чтобы он спекнулся. Единственный вопрос, да. Они по-датски выбегать будут или его отворачивать? Вообще нету Т4. Не, надо по-датски. Вы должны будете давать сейвы там. Ну, вам, думаю, скажут. Вам скажут, все, адски захиливается, нормально все. Тучка там прожила. Потом там Т4. Там нормально будет все. Главное, чтобы, блядь... Так, у меня дис отвалился. Я что-то прослушал. Нет, это самое... Ты в ДД, в ретрика. И под ебалом стоим. Так, а у чего нету ДД, да? А, ну и стойте вдвоем, короче, слышишь? Чью, смотри. Так у меня ДД есть. Не, не надо, ты, Тунчик, танчи лучше в пизду. Хуй знает, как сделать лучше. Пускай будет два лучше танка, если что, две незыбки дадите. В разное время, там, когда надо будет. Чью, просто стой под ебалом и все. Дашь на кого-то... Они вроде могут урон делить, этот даже адский удар, если я не ошибаюсь. Там короче, не адский, а там другая хуйня какой-то. Какой-то удар ненависти, какой-то, блядь... Ошеломляющий удар этот. Нет, помимо ошеломляющего, еще какой-то удар, и помимо адского есть там. Он уйдет второму по агро, делится с ним. Точнее, не делится, а вот как на лоскутике. Я сейчас добежал, еще буквально минуту две. Да, откроем карту, посмотрим. Есть или шкаф, может? Есть, ну, все. Посмотри, да, где вон он бежит, он еще, блядь, в сумеречном лесу. Почти. Там еще не бежать, блядь, дохуя. Еще темнолесье еще пробежать, блядь. Потом. Нет. Да я вижу, блядь, по карте. Да. Через темнолесье, все верно, да. Я просто перепутал, что это вопрос. Так он вчера 271 забрал, потому что пуху. Свеча. Прилив. Ебать. Я тут мега арбуза вижу. Че на вас метки? Блядь? Ой, да, блядь, твинов 1x4, это вообще это плевое дело, особенно когда у тебя в рабстве Адель, так я, блядь, тут могу каждый день по чару одевать. Блядь. Типа, а... это не x2, где у тебя, сука, ката, сердали, хуели, вот эта вся залупа. Короче, Адель, я сделаю вара скоро, блядь, может, к осени нахуй. Три спека надо будет одевать, короче. Про товара 4Т4, блядь. Фурика 4Т4. Знак молчания, знак согласия. Ну, я по-любому. А ты кого будешь делать? Пятого? У меня шестой будет. Бля, Андрей, ты пиздец какой фейл. Ебать. Создал гильдию, теперь надо дискорд читать. Ну, если бы даже читать. Раньше вспомнил, все равно подождать бы пришлось. Что долго бежать. Понятно, все, зафейлил пацанам рейд, блядь. Сейчас бы уже... После босса я бы сразу вспомнил. Мы бы сейчас уже собаку добивали, блядь. 100%. Я в это верю. Это банк кто-нибудь. Пожалуйста. Можете, кстати, сумануть. Я уже почти реально добежал за Катажана. Ебать. Обидно, конечно, что целка не потраялись, сука. Давай. Катажан холика сделал под этих ШП вонючих. Экзальтиды говорят, что 8 боссов. Эту леди уже задушили, я не знаю. 8 боссов ебанули. Сейчас у меня, кстати, был с экзальтидов пук. Этот. Да, пожалуйста, только не бейте меня тут ебаваны. И чё этот пук говорил? Он говорил. Ну что, все, чек на пул. Первая, вторая под ебалом. Третья, четвертая, блядь. Не проебитесь с руками, закрывайте, блядь, добросовестно, иначе, блядь, пиздец будет. Пробафайте, пожалуйста, конечно. Люлька. Пипета, если можно. Ой, что-то не туда побежал.
Ой, ты что, Кирилл говорил, его завтра тоже не будет? Да. Можно по пету касочку и все. Через мага, через мага. Вот тут стоим. Первая, вторая. В трусах. Бегите сюда, там. Первая, вторая. Так, все тут, кроме Арислина и Кратоса. Так, давай еще раз чекну. А Кратос, ты шаришь, как бегать? Кратос, ты шаришь, как бегать? Стоять в кресле, в это... Типа. Люльки нету. Все побегут, и он съебет. Только скажите, когда раги будет 98-99 и все. Ну, как бы раньше мы так бегали, и многих никто не понимал. Танки не бегают. Давай, ну, раз. Ты можешь забежать за спину, чё? А Тунчик стоит. Люлька. Ау. Ты тут-то? Ну да. Мы еще раз тогда чек напомним. Погоди, все милики в трусах. Блять, да, блять. Кто это спрашивает, блять, заебал? Кратос, блять, это первый. Может, кого-то другого поставим? Кого нахуй? Он не шарит. Хули там шарить? Кратос. Кратос, блять, стоишь в треугольнике, бьешь босса. No brain, блять. Все, пиздец. Когда сказали убежать, я боюсь. Убегаешь. Что ШПшки здесь не выдержат. Я тоже боюсь, блядь, но... Поставьте на Ондру метку, пусть он за ним бегает и все. На Ондру метка. Там очень видно эту метку под ебалом, Люлька. Короче, смотрите, такая хуйня. Если вдруг 30 стаков, и он докастовывает, еще если с него не сбросили стаки, то отдадите тучку. А так Люлька вас просто защитует, и все. Короче, давай это самое... На счет 3 пуляем. Раз, два. А вот отчет есть. На Тунчика хорошенько напульни. Кринж не сорви, блять. Босс не таунтится, кринж, братан. Кринж сорвал, нахуй. Стопни дамаг, пока не поздно, блять. Стопни, что-то сделай. Пизда, блядь, чуть не сорвал. Сука. Все на пулы на Тунчик отдаем. Вот печка. Шевельни его, Тунчик. Закройте Словил. Слева кто-то Помогает. Есть. Сейчас плюс 40 раги будет. Все, следующий он сам будет ловить, за спину уходим. Первая, вторая пати, кроме Тунчика. Кас называется, на который зуб. Сейчас этот Тунчик не зыбку, давай. Сейчас давай зубы. Сейчас адский прокастуется. А, все, вижу адский. Все, возвращаемся. Перед этим еще ошеломляющий. Ошеломляющий. Mm-hmm. Он там не зыбку дал, это оба каста похую. Все, стоим обратно в треугольнике, первая, вторая пати. Треугольничек ближе подойдите. С демонами повеселее, конечно. А чё вот за хуйня это была? Оу. Я понял, нахуй. Ясно. Охуенно. Два варианта. Кто-то не подошел. Не, руки, походу. Да какие руки, блядь? Руки не было. Дайте диван кому-то. А, Реслин сдох. Понятно. Ну, СС ебани на кого-то успеешь. Или БР уже на мертвого. Не успел, нахуй. Вот что это было, нахуй? Объясните мне, блядь. Адский удар. 27. 27. 27.
Короче, есть метка, треугольник, тунчик, и кто там, ты держишь босса, поверни босса ровно в нее. Я не знаю, за это было или нет. И все остальные в ней тоже стоят. Не стойте в разных местах. Бля, я не знаю, за чего это было, блядь. Демона вроде нету, да? Да не, не, чё там. Откуда 100 раги было, нахуй? Почему, блядь? Не подошел кто-то. Понимаешь или нет? А сколько? Когда вот, у него ладно. Было 0 раги. Ну, было. У него 100 в раз. Не, астаков. Астаков. Только из-за того, что не подошел. То, что 10 не было под ебалом, это понятно. Так, а после... Рага, наверное, апнулась из-за того, то, что мы-то умерли, там, 4 человека из-за этого. Да нет, блядь, так до этого еще апнулась. Вы глуп... Я вам еще раз говорю, когда у него 0 раги, и у него резко становится 100, это значит, не подошел 10 человек. Еще раз повторить, я не могу понять. Короче, понятно, блядь. Когда закончился вот этот адский... Он словил дебаф от рук. Давайте тогда вот так. Котяра, блядь, все, кто первый и второй пати... Когда вы выбегаете за спину, не вставайте в руки, блядь. Раскройте глаза, блядь. И из третьей, из четвертой пати вот там присты могут стоять без блинков, без всякой хуйни. Стойте под, за спиной босса, блядь, чтобы если что закрыть, блядь. Котяра, блядь, ну оббегай руки. Не заходи в руки, когда тебе надо под ебало возвращаться. Ну понятно, из-за кого это было. Под левой, левее левой ноги стой, там руки не появляются почти никогда. Да, вот откуда мы сейчас подбегаем боссу, вот с этой стороны ближе. Все, ставит, все готовы, а? Давай что. Я аж припот выпью сейчас, блин. На пулы все на тунчика. А на пулов нету, что ли? Два ханта есть. 100 раги, нахуй. Почему? Угадай. Еще сотка. Потому что, наверное, одного десятого челика не было, блядь. Нет, нет. Кринжкинг сагрил подкаст. Переагрил босса под эту хуйню. Он нажал в пустое место почти. Это подожди, не. Получил сразу 100 раги. Он не срывал. Он не срывал? Не срывал? Было 9... Нет. Ты смотри. Так пошел, да, блядь? Смотри, на боссе 9 саков этой хуйни было. Это значит, 10-го не было. Вы что, шутите? Вы скажите, сказать, что Кринжкинг не срывал босса. Нет, он не сорвал босс. Босс на мне весь. Хорошо. Может, танк босса как-то не повернул, как бы что полностью все попали. Короче, вон ясно. Маг пишет, он сорвал. Вот видите, где я лежу? Вот здесь босс стоял в моменте. И вы говорите, не сорвался босс. Вы что, блядь, наркоманы нахуй? Серьезно там вообще, блядь? Типа, не, ну это не прикалывает вообще. Ну, вообще, как будто я играю нахуй. Не хуй пойми с кем. Я удивляюсь, почему агра не хватает, блядь, у лукашника? Так и должно быть, блядь. Ну давайте это, ну не бурстить, давайте подождем чуть-чуть. Да не, ну по-любому давай. Надо, блядь. Вставайте, посмотрим, как это там быстрее. Ну вы резайте тех, кто, типа, может резать. Ну стой, давай, Кратос, давай. Смотри. Нахуй. Покажу тебе хайскилл. Оп. Короче, не знаю, в чем там хайскилл был, он какое-то время на кринже или нет. Босс после ошеломляющего, он просто въебал по 9 целям, а не по 10. Либо кто-то, блядь, из первой-второй пати вышел, блядь, хуй знает. Либо еще какая-то хуйня. Конкретно из-за этого он стал адский удар кастовать. Когда он кастовал адский удар, он, блядь, убил людей, блядь. И все, и дальше по пизде все пошло. Да, давай, спрыгай, спекайся. Бдилку на кринжа, сальву на кринжа, блядь. И кринж не бей, нахуй, при всем при этом. Бей, блядь, с жезла, нахуй, хуярь. А то, блядь, сорвешь. Посохом, хуярь. Автоатакой. Дай хотя бы, блядь, не знаю, 30 секунд, нахуй, постой, почиль. Потом побьешь. Да нахуя тебе обменять? Он не психует, беба. Пример ничего, он психует. Да хули... Беба. Хули не значит. Давай, блядь, просто почиль, постой, блядь. И мы убьем босса. Зачем нам вайпаться из-за этой хуйни?
первый вайп, предположим, не из-за Кринги был. Ханты, у вас есть же вот эта хуйня, подготовка или какая хуйня там, типа на пул, потом еще раз на пул двойной даете вот эту хуйню на тунчика. Тунчик хуярь там с пула этот. Две ЛПшки, кровотвод, ЛПшка там, усиление, три ЛПшки, блядь. Потом опять три ЛПшки. Давай, Бебочка, не здесь, иди сюда. Блядь. Бугорейт повторяется, нахуй. У меня там 6 раз упал. Чё смешного? Ну убили же. Да пиздец, нахуй. Ну понимаешь, блядь, 6 вайпов. И потом мне челик говорит, блядь, говорит, у нас оказывается демон, нахуй. А он копил 100 раги, блядь. У нас сейчас кринж, нахуй. Посмотрим, что ты будешь говорить, когда мы тут с 8 или 9 закроем. Да, блядь, пиздец. Я не знаю, что будет. У нас впереди ТТГ. Хотите чарки? Давайте быстрее убивать. Да, быстрее, нахуй. ТТГ, бля, 10 вечера за июля, ну. То РТ до 12. Так там одна собака, ее бить нехуй, там час, наверное, придрочиться и все. Все, все готовы, давай, я чё. Так, Андертуч, ты подъебал. Первая, вторая пати подъебала, мне не забываем. Я припот не выпил, сука. Бабе вообще не бьет. Он так хули есть? Не будет бить. Если сорвет. Ну, значит, 5 пустоту будет ходить. Да бей уже, Беба, там 57, 56, 70к агра есть. 700к, 800. Детский сад. Закройте сзади 3 дали. Только смотрите, руки не проебите, потому что, блядь, мы одно исправим, другое вылезет, блядь. Не проебем, будет не призван. О, чуть-чуть переагрил у Тунчика. Притормози там, Тунчик, хватит, набирай. Чу не знает, что там, как делать, блядь. Тунчик, набирай. Чу, притормози ЛПшки свои. Сейчас вот смотри, будет печь. Будет а плюс. Сзади, около справа руки, дня, руки, руки, рука. Руки, руки, руки. Справа руку одну. Хорош. Ебать. Кринжовый босс. Можешь бить уже, чью. Там нормально. Всё, съёбываемся за спину после этого. Только в руки не встаньте, там кто съёбывается. Всё, стоим. Только не встаньте в руки, блядь. Давай, не зыбку, Тунчик. Вот после этой хуйни подходим. 40 раги. Почему 40, блядь? Кто-то сдыхает, сука, или Пет. Кто-то сейчас, кто-то сдох. Ну, Пет какой-то. Пет, Пристовский Пет. А, мой Пет живой. Мой Пет живой. Пристов дохуя, может быть Пристовский, может еще какая-то параша, блядь. Может какая-то. Только кто, блядь, я не знаю. Ну. Надо вычислить. Да уже похуй. Червей, чекайте его ДК сразу. Нет, все Петы живые, я вижу. Значит, червяк. Стоп. У меня нету их сразу, я вообще вот. Я еще грешил на эту хуйню, знаешь, как называется, у шипошников духи, которые, может, их считают. Нет, никак это будет нет. Нет, хп. Мне не уязвим вообще, блядь. Это просто анимация. Так, 30. Че, где печка, блядь? А вот печка, хорошо. Так, Мася, на тебе Инер. Сзади одну руку помогите закрыть. Осмели. Угу. Хулича пробивает. Сейчас щиток есть, да, на Хулича? На следующую, да? Да-да, я всех 10 их шилдую. Всегда шилд. Угу.
Все, уходим. Уходим. Тунчик, не зыбка откатилась там? Под удар. Нет. Зубы, зубы есть, зубы есть. Ничего, вот сейчас, сейчас зубы будут. И на адский удар дашь ШВ вар. Давай уже ШВ на рейд. После адского, сейчас вернемся. Возвращаемся. У меня не 4, ты 4. А, это хуёво. Это хуёво. Вася, чё, в танке под боссом стоишь? Да. Сзади три руки, помогите закрыть. Мне кажется, это игрок, блядь, дурик гений, нахуй, реально, блядь. Сейчас, блядь, Пека, это тебе на форуме подсказали? Ну, сейчас с рагой все нормально. Ну да. Тут издыхает, походу, блядь, чей-то пэт. Какая-то параша, ну, блядь, еще бы знать, блядь. Пэты живы. Там это имеется в виду... Они не считаются. А. Сзади две руки, я дальнюю закрою, и нага, не лезь. Иди бей. Так, нормально, десятка. Там что-то по мане, если надо, там тотем ставьте, попросите кого-то шипешника гимн. Вот у нас Милфхант нормально ебашит. Блять, стоит только на одном из боссов появиться тактики какой-то, сзади, все. Сзади. Такое сзади ощущение, как будто человека... Не пробите руки. Подменили. Ну там Кринж чуть не сдох, блять. Руки закрывает по КД. Да не, Юль, тут просто, типа, рейд слабый. Дело не в этом. Выводы сделаны по Зуламану, десятки, еще каким-то рейдом. То есть там, где тактики нет, он дамажит хорошо. Только стоят какие-то перебежки, все. Но он и на Синдере неплохо бьет, сколько смотрел. После этого, внимание, после этого убегаем. Убегаем за спину. Сзади две руки, сзади две, по 10 закрытствуем. Сейчас адский удар прошел. Давай. Ага. Возвращаемся. Подъебало. Быстрее, быстрее возвращаемся, каст идет. Слава богу, блядь, добьем сейчас. Я, честно, не понимаю, как мы лайпались вообще раньше. Когда целые, блядь, за РП не могли закрыть его. Ну понятно, блядь. Это я вообще не понимаю, блядь, что тут, ну, сложного. Там, там бывало такие моменты, нахуй, что вот 10 надо, вот вам вернуться. Руки в миле. Там бывало, что люди просто вернуться не успевали. Так же, как котяра там замораживались в руке. А действительно, тяжело отойти, там, не знаю, под правую, под левую ногу, где не появляется. Это же надо смотреть, блядь, ты чё. Ну, да, такие это... сложные вещи. Действительно. Так, кто там замена, там так накинем, сейчас... Сейчас, короче, разролим эту парашу, я 500 ИП дам, не ливайте спать. Опа! Опа. Маунтёнка, давай сразу, Маунт, давай. С него начинай. Давай. Прикол остался, да, вместо шмотки маунт? Под да. Да, так же. Это да. Я 92 кинул, а, мечтай, это я кинул. Кто там выиграл? Блядь. Да ну нахуй. Не рольте, блядь, хватит ролить. Я выкинул 92, только наоборот. Чё? Хватит ролить, ребята, успокойтесь. Кондра, да? Да нахуй. Да. Так, дальше, кто давай печеньку. Награда, печеньку сразу. Сто из ста, колют, ебашит. Барбарос, ну ты знаешь, да, сколько тебе надо ставить? Сразу нахуй. Котяра вон печеньку ролит, а зачем? Да, в пятый раз, да. Там бланк все задушит, наверное, у него 14к почти. Да. Девятка бланк. Так, бланк, девятка, отдаю бланку. Где ты? Да, го. И сосудик полутон. Первую ты печеньку кто забрал? Я не помню, там по журналу посмотреть. Дальше вот это параша. Крит РП надо кому-то? Энхи, ханты. Ну, действительно, Энхи. СРБ. Да на блот ДК норм. Не шарю просто. Только когда за ОД есть перчатки, нет. Распыл, да. И последняя параша. Так. Тоже, вы пойми, что за шмотка. Тоже он распыл нахуй. Все, сейчас я ей подам. Так, массовая.
ПВК не идет? Давайте попробуем собрать ТТГ. Так, давайте, пробуйте. Я протянусь, пока что отойду. Перекурить. Кто вообще в первом рейде? Сразу пошли. Первый рейд мы закрыли, РТ до 20, ой, до 12 часов ночи, я напомню.